Осмелюсь доложить, ваша милость, во всем должен быть порядок. Помню, когда я служил, наш поручик все твердил, что не будь дисциплины, солдаты б лазали по деревьям, как обезьяны, и гадили б на головы добропорядочным людям. Только представьте себе лес, где на каждом дереве сидело по недисциплинированному солдату. Ужас, что такое?